У нас, как и обычно, в пятницу идет активная смена гостей, и мы рады приветствовать еще одну гостью. У нас в студии Анастасия Фазитинова, директор компании ООО «Крафт Проджект». Эта компания занимается пищевым производством, в том числе арахисовой пастой, крем-мед, варенье и шишки, кстати говоря, и мед с орехами. Кстати, не только на Российской Федерации, насколько мы понимаем, еще и с другими странами тоже сотрудничаете, да? Да. Здравствуйте. Доброе утро. Я готова к дегустации. Посмотрите, как красиво. Наконец-то. На самом деле, вот мы сейчас хотим вам показать просто, как это выглядит. А вам задать вопрос, как вообще это все началось, как вы стали предпринимателем в сети? Да, то есть почему, собственно, мы с Анастасией сегодня разговариваем, потому что к вам популярность пришла через соцсети, да? Через интернет. Давайте, рассказывайте. Ага. Мы всегда хотели бизнесом заниматься, и вот начинали с того, что попробовали делать арахисовую пасту, и сразу же выложили это в социальные сети, в Инстаграм, ВКонтакт, показать своим друзьям, что вот, мы делаем такие штуки. Uh-huh. И мы тут же увидели отклик. Вот, поэтому для нас было очевидно, что в онлайн это за ним будущее. А вообще, у вас такой нестандартный бизнес. То uh-huh. есть, кто-то продает там вещи, кто-то продает, что-то такое. Вот, а у вас сладкое. Сладости вообще пользуются спросом? А, да, сейчас же очень в моде здоровое питание, полезное. ПП. Да, у нас это арахисовая паста, например, она без сахара. А почему она у вас темная, кстати? Это шоколадная. Я принесла свою любимую. Я вот тут посмотрела, например, шишки, да, зеленые сосновые шишки, вода и сахар. Углеводов не менее 40 грамм, а калорийность 243. Вот все понятно. Ну, вот это исключение. Это линейка с сахаром, варенье, но... Угу. Вот, посмотрите, пожалуйста. А там орешки. Вот, да, там, но, понимаете, это варенье из шишек. Это очень полезная штука, очень вкусная. То есть это такой, экзотический десерт. Вот, не знаю, как-то так нас привело. Мне муж повар. Вот, и... Видимо, поэтому еще. А как вы вообще выбрали вот это направление? Почему именно сладости? Мы начинали с арахисовой пасты и сразу же увидели спрос. Будем откровенны. Вот, то есть у меня муж тогда работал на стройке, у нас семейный бизнес, он у нас все это делает. Вот, и он принес повар на стройку и на стройке. Ну да, так получилось. Я тогда родила ребенка, ему пришлось выкручиваться. Вот он там хорошо зарабатывал. Вот, и получается, он сделал эту пасту и принес ее сразу туда на дегустацию. То есть из офлайн мероприятий у нас вот дегустации большим спросом пользуются. Вот. И плюс социальные сети. А вот вы как поняли, что именно через соцсети лучше это продавать? Могли бы там производить, точку организовать, либо куда-то точки сбыта какие-то такие вот по сетям поставить? Мы сразу же увидели, что за интернетом будущее. Во-первых, ты можешь сделать свой магазинчик, и тебя будут видеть не только там в Копейске, да, где ты, допустим, находишься, а по всей России, там, по Казахстану. Анастасия, вот знаете, хотела спросить, ведь заниматься и продвигать свой аккаунт – это довольно-таки такая дорогая история. А что выгоднее, вы сравнивали или нет? Магазин и аренда, да, с магазином? Или все-таки лучше вести свой аккаунт, фотографии делать, давать рекламу, таргетинг? И что прибыльнее в этой ситуации? Во-первых, мы хотим много зарабатывать, поэтому мы используем все возможности. У нас была небольшая точка, мы открывали. И в период пандемии понятно, что все перестроилось. И мы начали активно торговать через онлайн. И мы поняли, что это золотая жила. Вот, потому что до этого мы ездили на ярмарки. Это там газель найми, там продавцов с собой возьми, все это там привези, разложи их, надо кормить их, надо там спать укладывать. В общем, это очень все трудозатратно. И время, и деньги. Вот. А интернет, это просто ты выкладываешь, там, делаешь классные фотографии, заполняешь красивый аккаунт, по сути, запускаешь рекламу, все, обрабатываешь, отправляешь. Все это может даже без тебя работать. То есть нанимаешь там курьера, менеджера, упаковщика. Сейчас мы поговорим о том, как все устроено. Я хочу сказать, что вот сейчас мы с вами разговариваем с бизнесменом современного поколения о том, как бизнес развивается в сети, далее в нашем сюжете. В 2020 году юристы, психологи, маркетологи, преподаватели и даже бьюти-мастера массово ушли в виртуальное пространство. Вынужденный карантин заставил владельцев бизнеса искать пути заработка в интернете. И как оказалось, такой вариант даже выгоден. Не нужно платить аренду за офис, а свои услуги можно продавать и в другие города и страны. Сегодня в интернете можно приобрести практически любые товары и услуги. А компании даже предлагают доставку до порога квартиры.
Эльвира Воробьева, челябинская бизнес-вумен, уже более 10 лет владеет салонами нижнего белья. Ассортимент узконаправленный, но пользующийся спросом. Посещая международные выставки, еще 7 лет назад услышала мнение, что однажды онлайн-продажи съедят реальную торговлю. С тех пор задумалась, что ей пора уходить в интернет. Тем более, что сама, как покупатель, уже давно оценила преимущества такого сервиса. Естественно, мы оценили все преимущества онлайн-торговли. Мы находимся дома, нам приезжают на выбор, и выбирайте то, что вам нужно, мы выбираем, да, и при этом, конечно, мы всегда видим актуальные скидки. Нам не нужно ходить по куче магазинов, тратим, экономим огромное количество времени. Вложив силы, время и деньги в создание торговой интернет-площадки, Эльвира сразу оценила все преимущества. Если в розничном магазине на манекене можно продемонстрировать максимум 3 вещи и увидит их только то количество покупателей, которые зайдут в торговый комплекс, то с помощью онлайн-платформы даже одну выставленную вещь за сутки увидят более 40 миллионов человек. Невероятное преимущество в том, что отгружает вас здесь, в нашем городе. Я работаю на 8 стран мира. Это очень мощно. При этом, например, вот оборотка у меня за последний месяц составила почти 3 миллиона. При том, что я действительно в оборотке, у меня в деньгах около 1,5 миллиона. Всего лишь капитализация невероятно высокая. Расширить возможности бизнеса сегодня позволяет несколько торговых площадок, включая такие известные, как AliExpress, Озон или Wildberries. И мало кто знает, что основатели этих онлайн-сервисов начинали свой глобальный бизнес также с небольших продаж. Татьяна Бакальчук, учительница английского языка из Подмосковья, становиться предпринимательницей не собиралась. Женщину заставила нужда. Супруг Татьяны в конце 90-х продавал компьютеры и занимался бизнесом по предоставлению доступа в интернет. Тогда это дело не приносило бешеный доход. К тому же в семье появился маленький ребенок. И в этот момент женщина в декрете поняла, что нужно создавать бизнес через интернет. Она стала продавать одежду из немецкого каталога. В 2004 году Татьяна Бакальчук зарегистрировала дом Wildberries.ru. Заказы клиентам поначалу доставляли с мужем сами. Потом наняли помощников, арендовали помещения и стали привлекать партнеров. Татьяна Бакальчук за очень короткий срок стала второй в истории нашей страны предпринимательницей, которая смогла заработать состояние в 1 миллиард долларов, начиная бизнес без стартового капитала и опыта. Сегодня популярная платформа по продаже одежды, обуви, электроники, детских и других товаров работает в России, Беларуси, Казахстане, Киргизии и Армении. В январе 2020 года компания вышла на рынок Польши и Словакии. И сегодня выручка Wildberries составляет более 120 миллиардов рублей. Продолжаем наш сегодняшний эфир. И напомню, у нас в гостях в студии Анастасия Фазитинова, директор компании ООО «Крафт Проджект». Это вкуснятины невероятные, которые мы вот сидим, наблюдаем и думаем, как же получилось у ребят вот так вот с помощью интернета, соцсетей развиться. Да, и вот мы уже говорили о том, что вы начинали, и теперь практически история Wildberries повторяется. Да? Что теперь вот из домашнего производства во что выросло? Кстати, с Wildberries мы сотрудничаем. Wildberries, Озон, все это. Да. Ну, сейчас у нас уже есть цех полноценный, где все как положено. У нас сертификаты есть на всю продукцию, у нас работают повара. То есть муж уже не готовит, он вывел какие-то... Нет, муж уже занимается стратегическим развитием и оперативным управлением. Сколько человек вообще занято сейчас вот в вашей компании? Ну, сейчас, наверное, около 8. 8 человек, и какой объем вы вообще производите? Вот сколько вам удается производить продукции? Вот это хороший вопрос, какой объем. Ну, обороты, так скажем, миллионные. Вот по количеству банок не могу так сразу сориентироваться. У вас люди круглосуточно работают? 8 человек? Нет, не круглосуточно. Ну, это на самом деле не так все сложно. По сути, орех измельчить, добавить добавки, это за раз можно там загрузить, допустим, сделать 20 литров пасты. Ну, все это быстро расфасовать, расклеить. А вы только под заказ делаете или у вас уже готовая продукция, и вот вы ее дальше распродаете? Мы стараемся, чтобы клиенты долго не ждали во время, когда они делают заказ. Поэтому у нас есть склад, на котором стоит продукция. Но все свежее, все очень быстро расходится, то есть ничего не залеживается. Вот до вас, Анастасия, у нас была Ксения, СММ-специалист, и она как раз рассказывала, что нужно сделать, чтобы свою соцсеть поднять, чтобы привлечь внимание. У вас есть специалист?
специальный человек, который этим занимается, или вы сами все это делаете? Да, у нас сейчас с социальными сетями занимается маркетолог, то есть у нас там уже 15 тысяч подписчиков. Угу. Обязательно, очень важно делать красивые, классные фотографии. То есть, конечно, вначале можно что-то там самому на телефон, но фотографии это прям сильно важно, потому что когда человек видит классную, дорогую картинку, он думает, ну, там, наверное, и внутри все круто, наверное, у ребят вообще все отлично, и таким образом продажи идут. Узнаем, что там внутри, все ли там отлично у ребят, но через небольшую паузу. Новинка от Подовинки. Ого, теперь хватит на всех. Теперь хватит на всех. Потому что Подовиновская. Первое. Деловое радио. 10 лет в Челябинске. Все новости за один час. События, финансы, экономика, политика, культура, спорт, здравоохранение. Экспертный анализ важных тем. Бизнес FM Челябинск. Спасибо, что вы 10 лет с нами. Если вы есть, будьте первыми. Это девиз по жизни. Железный глава железной магнитки. Какова температура плавления Сергея Бердникова? Я когда сюда пришел, я сразу зашел в конкуренцию ко всем. Я сказал, Магнитогорск должен быть лучшим. То есть я не выделял лучше Челябинска. История триптиха и подводной лодки. Плохие приметы и хорошие начинания. Обо всем в эксклюзивном интервью с главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым. Смотрите спецвыпуск юридической мясорубки. Сегодня в 18.00 на ОТР. Помилуй, Господи, нового менеджера, кем бы он ни был. Очень милая особа. И неделя не продержится, бедняжка. Приветствую новый уровень. Катись отсюда в Майами. Вот тебе блюдо дня. Вот так вдруг взяло и сломалось. Люси Атланш. Я не хочу стрелять по воронам. Можешь не по воронам. Мы закрываем проект. Ты еще не знаешь, с кем связался. Но я намерена что-нибудь да придумать. «Замерзшая из Майами». Смотрите сегодня в 19.45 на ОТВ. Смотрите в прямом эфире ОТВ. Финал Кубка губернатора Челябинской области по танцевальному спорту. Красота, энергия, страсть. Не пропустите. 10 апреля в 19.00 на ОТВ. Мы продолжаем наш разговор о том, как вообще в сети вести свой бизнес и до каких высот можно, так скажем, добраться. И вот скажите, пожалуйста, у вас был какой-то стартовый капитал? Как вы начинали? Или вот прям совсем с нуля? Ну, можно сказать, что практически с нуля мы заняли денег у родственников на оборудование на какое-то там, ну, это тогда стоило 30 тысяч рублей. Ну, это именно то, которое решки измельчает. Вот. А баночки, этикетки, это мы все так по чуть-чуть закупали. Вот. И, ну, практически никаких там кредитов, ничего такого мы не привлекали, потому что, ну, если бизнес тебе деньги сразу не приносит, то, как бы, мало шансов, что он начнет скоро приносить. То есть только если у тебя все очень четко, ну, посчитано, там, какая-то финансовая модель, ты там уверен, тогда можно инвестиции привлекать. Вот, мы тестировались, да? Да, мы как бы гипотезы. Но мы сегодня больше говорим именно про раскрутку в социальных сетях. Вот, и расскажите, пожалуйста, 15 тысяч человек у вас подписчиков в вашем аккаунте. Как вы их привлекли? Были ли у вас такие методы, как, например, хайпануть на чем-то? У вас рекламу звезда давала? К чему вы прибегали, чтобы вот повысить уровень подписчиков? Я поняла. Ну, звезд мы не привлекали. Мы стараемся развивать личный бренд, везде со всеми общаться, то есть дарить там свои баночки всем, кому только можно. Очень любим этот метод. Вот. Потом получается таргетинговая реклама. Очень хорошо в Инстаграме заходит. То есть, ну, просто берешь, ну, через специалиста запускаешь рекламу. Все. Ну, некоторые говорят, я запустил, у меня ничего не получилось, это фигня. Это не так, у вас просто был неправильный специалист, попробуйте еще. А вы вообще нанимаете сейчас специалистов для продвижения в сети? Ну, на данный момент у нас постоянное сотрудничество с маркетологом, который нам все делает. Тексты, выбирает там фотографии, как лента будет выглядеть. То есть, вот. А на самом деле много сейчас интересных профессий, даже
есть отдельные люди, которые снимают сторис. Да? Да, сторис-мейкеры. Ого. А насколько это дорого держать маркетолога, который будет полностью вести аккаунт? Несмотря, какого найдете, у нас он как бы на аутсорсинге, стоит это примерно 15 тысяч рублей в месяц. И там какие-то условия, 3 раза, например, в неделю, да, выкладывать посты? Да, примерно через день она выкладывает посты, вот, и она занимается запуском рекламы. Ну и такой вопрос, вообще вы видели в глаза или нет, раз на аутсорсинге, да, это где-то... Вживую мы ни разу не видели. Серьезно? Да. А как вы нашли вообще тогда этого специалиста? Через знакомых. Ага. Повезло, нам посоветовали, да. Вот представляете, до чего дошел мир, да, что люди работают друг с другом, а в глаза друг друга даже, скорее всего, и не видели. Какие-то пожелания тем людям, которые начинают свой стартовый бизнес? Да, совет, что делать? Понятное дело, что не брать эту область. Эта ниша уже занята. Что еще? Ну, ничего не бояться, пробовать обязательно. Вообще, ну, как бы, как говорится, не страшно умирать, страшно не жить. Вот, то есть очень важно прям искать что-то свое, в этом направлении развиваться, то есть, ну, там, не стоять на месте, и все получится. А скажите, вот этот бизнес, он вообще изменил вашу семейную жизнь? Однозначно он изменил всю нашу жизнь. Благодаря ему мы можем путешествовать. Причем не только потому, что мы зарабатываем, можем отдыхать, а еще и потому, что мы ездим, например, на ярмарки там, в Сочи или там, на Экспо в Москву. То есть на профессиональные. Это все очень влияет, да. И, ну, с мужем отношения стали лучше. Ой. Вот этого вот мы и хотели услышать, потому что бизнес бизнесом, но семья — это тоже очень важная часть жизни. Мне кажется, это рекламный слоган, да? С этой пастой ваша семейная жизнь станет лучше. Однозначно. Мы благодарим вас за этот интересный рассказ. Желаем удачи в вашем бизнесе. Спасибо большое. Развивайтесь, может быть, у вас еще будут какие-то идеи, мы будем с удовольствием отслеживать. Напомним, что у нас в гостях Анастасия Фасетинова, директор компании OCraft Project. Советы вы от нее сегодня получили ценные. Да, ну а мы продолжаем программу и сейчас пройдемся с вами по звездам, которые стали популярны благодаря всемирной сети.